Лида вам передает, говорит, ставьте лайки. Привет. Наше утро начинается всегда вот так вот. Да? Мы с Лидочкой только что проснулись. Лидуся, только что проснулись? Или зим балдеем? Да, Лидуня? Ну-ка, какая ты красивая девочка, мама. Косявица. Лида косявица? А? Лежит. Да. Лида спит с нами. Здесь у нее вот такие вот игрушки привязаны. Она их разглядывает. Да, с Китая мы их заказывали. А кто эти Кати? Что, замерзла? Ну-ка, давайте яльцем укроемся. Давай укроемся. Лида, я решила замерзнуть. Давай укроюсь, давай. Давайте укроем. Оп. Такая Лидуся. Да, тут у нас вот такая вот у нее каруселька. Вот для нее покупала батарейки. Она тут и светится, и поет, и разные музыки играет, да? А можно включить ее просто, чтобы она не играла. Вот так вот можно включить. Так, а музыку можно здесь выключить. Вот. И будет играть без музыки. Просто крутиться. Лида, посмотри, мама игрушку твою включила. Смотри. Видела? Мама включила игрушку. И вот так вот ребенок лежит и смотрит. Да? Да, только это вот так Лиде видно. Музыка здесь разная есть. Вот. Мне вот это больше всех нравится. Да? Какая-то такая безмятежность. Как ты думаешь, Лидунь? Тикаешь? Давай, мама, тебя покормит, и мы дальше снимем, да, видео? Покормила Лидочку. Лидочка стала доброй, да? Ты добрая стала? Считай, добрая девочка мамина. Такие ручки косявицы мамины. Да. Вот я часто сама слежу, наблюдаю за вот этой игрушкой. И сейчас много делают таких развивающих книжек. И стоят они, когда я смотрела, более 10 тысяч рублей такого рода. А здесь вот эту игрушку, мы ее заказывали с Китая всего за 300 рублей. Да, девчонки, супер, мне она так нравится. Она еще двухсторонняя, смотрите. Здесь можно с другой стороны повесить. Здесь вот и овечка. У нее прям вот такая вот, да, настоящая ткань. Лидочка мне тут рассказывает. Кровать поставили так специально, чтобы, потому что Лиду сюда кладу, чтобы она не упала. Она крутиться начала тут елой. Да, Лидунь? Лида начала кружиться. Юлить тут начала Лидуня. Да, Лидуся? Моя девочка мамина косявица. Косявица мамина. Ягода. Ягода такая. Как ты разговариваешь? Как ты лежала тут, разговаривала с мамой? Как ты разговаривала? Прям в камеру она смотрит. Как ты разговаривала? Как Лида разговаривала? А? Что Лида говорила? А? Что Лида говорила маме? Ну-ка расскажи, что Лида тут разговаривала? Разговоры разговаривала. А? Что разговаривала? О чем Лида говорила маме? Давай, расскажи мне. Агу. Лида, агу. Агу. Лида, агу. Скажи маме агу. Да? Скажи маме агу. Агу. Oh.
Агу. Включается камера, и Лида стесняется. Думала, стесняется ли Дуня. Ножки, ножки, наши ножки. Где наши ножки? А? Где наши ножки у Лиды? Где ножки? Ножки, ножки. Где ножки, ножки у Лиды? А вот такие ручки маленькие. Маленькие. Да. Красавица. Лида вам передает, говорит, ставьте лайки. Да? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Лида так говорит. Да, скажи. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Вот такая ты уже большая, в камеру не попадаешь. Уже не попадаешь, не попадаешь. Лид, ну расскажи еще что-нибудь. Лида. Лидуня, расскажи маме что-нибудь. Расскажи маме что-нибудь, а? Ну-ка, расскажи. Расскажи маме что-нибудь, Лид. Как, давай, как Лида разговаривает? Как мамина Лида разговаривает? А? Ну-ка, давай что-нибудь расскажем девчонкам и мальчишкам. Лида, говоруша, говоруша, Лида. А, Лидочка? Лидочка мамина? Лида говоруша. Представляете сейчас, что вычитала в газете? Как соска спасает жизнь. О том, что одной из самых загадочных проблем в медицине на сегодняшний день остается внезапная смерть новорожденных. Так называемая смерть в колыбели. Это... Я, кстати, недавно тоже об этом услышала. Когда мы пришли в клинику в частную, то там есть, значит, можно сдать анализ генетически на новорожденных внезапную смерть. Как-то так называется анализ. Значит, и это еще можно сдать беременной женщине. То есть это как-то еще идет по генетике. И вот смотрите, что здесь пишут в этой статье. Что эта трагедия происходит без крика, без плача, вообще без каких-либо симптомов. Здоровый малыш погибает во сне, и причина его является неизвестной. Так, ежегодно в России происходит сотни таких случаев. Считается, что их может спровоцировать слишком высокая температура в детской, чрезмерно мягкий матрас, неправильная поза, если малыш укладывать спать на бок или на животе. Интересно, кто же на животе будет укладывать ребенка спать. Недоношенные младенцы и дети курящих матерей чаще становятся жертвами этого явления. И вот, недавно ученые выяснили, что малыши, засыпающие с пустышкой, реже умирают во сне. Интересно, как же это они выяснили?
Оказывается, соска слегка надавливает на заднюю часть языка, оставляя место для воздуха. Кроме того, соска во рту можно спать только на спинке, потому что так удобнее сосать соску, да, она не выпадает. Так. И якобы, что еще одна из версий гласит, что если родители дают пустышку ребенку, то они будут чаще заходить в комнату и смогут предотвратить, так сказать, нештатную ситуацию. Вот такая вот интересная статья. Девчонки, напишите, что вы думаете по этому поводу. Тут у меня вот лежу, читаю журнальчик такого рода. Знаете, как называется журнал? Называется «Народный лекарь». Будьте здоровы. Лежим с Лидой. И утром у нас иногда, когда есть время, 5 минуточек, да? Лежу с Лидой, она меня никуда не отпускает. Надо чем-то заниматься. В это время я, так сказать, полезно совмещаю с нужным и полезным. Бросил курить. Дальше. Вот такая вот беременность и после. У меня начали волосы выпадать. Сейчас ищу какое-то средство. Ой, для волос. А то вообще скоро без волос останусь. Да, в общем, люблю как ты. Да, после беременности, конечно, волосы очень сильно лезут. Смотрите, какой 5 лучших продуктов для очищения. Я, кстати, не раз слышала о том, что гречку заливают кефиром и на следующий день пьют, едят ее. Тоже очень интересная статья о том, что рис от отеков и лишнего веса. Девчонки, если кому-то будет интересно, то поставьте на паузу, почитайте. Интересная статья. Да, Лидуня? Такая интересная статья тут. Смеемся. Ну, давай посмеемся, посмеемся, посмеемся. Ну, давай похохочем. Прям ха-ха-ха-ха-ха. Ну? Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, давай похохочем. Ну. Давай такой ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ну, посмеемся, ты же умеешь хорошо смеяться, Лид. Вчера заезжала в магазин и купила для себя, так сказать, женские штучки, помаловать себя. Или необходимость, я не знаю, как это больше правильно сказать. У меня вот такой вот мерный стаканчик лопнул и вынуждена была купить еще один. Вот такие вот стаканы. Но если честно, Лида заплакала в машине, и я побежала бегом-бегом. Звоню и скажу, что надо бежать. И получается, что взяла один, но думаю, что надо будет заехать и купить. Вот такие вот стаканчики по 240 рублей, 6 штук. Они такие вот небольшие, так приятно их держать в руке. И для деток, мне кажется, более чем чудесно будет. Купила я себе наконец-то вот такую вот сковороду, о которой мне многие девчонки писали и говорили: возьми, возьми. Я в прошлый раз взяла, пожалела купить такую сковороду, стало мне жалко денег. Я купила себе белую, она была почти в 2 раза дешевле. В этот раз все-таки я себе купила эту сковородку. Сейчас попробую ее, как она в деле. Чугунная. Клеечка тут сейчас. Они легко снимаются. Хотела сказать, сейчас буду мучиться снимать. А с другой стороны даже есть какая-то инструкция. Вот так вот она выглядит. И очень толстые у нее стенки. Очень плавные, скошенные бока. В общем, очень интересно мне посмотреть, как она будет себя покажет в деле. Но подписчицы мне ее очень советовали. Девчонки, спасибо большое, что мне посоветовали. Надеюсь, что я не пожалею, что она мне тоже понравится. Девчонки, пожарила я блины. На самом деле, пожарила просто огромную кучу. И что меня поразило? Значит, на новой сковороде обалденно плавно растекается маленькое количество теста. И блины получаются очень-очень тонкие. На обычной же сковороде тесто прилипает и не получается таким образом, чтобы были тоненькие.
Если честно, я никогда не думала, что от сковороды может зависеть толщина блинчика. Но на самом деле, у них даже, мне кажется, вкус другой, одно и то же тесто, а получается вкуснее, гораздо вкуснее.